Мне нужно все и сразу. Все? Да. Семья, дети, карьера. Все. Восхитительно. Давай откроем собственный ресторан. И ты получишь звезду Мишлен. Ты только о еде и говоришь, папа. Конечно, я же повар. Сейчас ты папа. У меня тост за наш новый ресторан. Я пью за Мэгги и за нашу общую мечту. Через полгода будете доставлять пиццу. Торбен, прекрати. Нет, ну а что? Они должны быть морально готовы. Что за отрава? Карстен, в этом ресторане вся наша жизнь. Думаешь, я не знаю? Сейчас вспомнила о детях! Наверное, мы просчитались. Какие к дьяволу мы? Нет никаких мы. Важно лишь то, что в итоге лежит на тарелке. Вкус жизни. Скоро в кино.